поверишь. Я только что видел на корабле Зератула. Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Я видел его, Мэтт. Он был ранен и пытался от кого-то сбежать. И где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Давай-ка обсудим дела. У нас на борту уже 3 артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? У заказчиков сейчас дел по горло. Зерги напали на их главную исследовательскую станцию на Тирадоре. Не думаю, что Мёбиусы выйдут на связь, пока не найдут планету поспокойнее. Ну, приехали. Как прошла встреча? Не понимаю, о чем ты. И еще как понимаешь, Джеймс Рейнер. На этом корабле был гость. Я чую его запах. Протос. Интересно. Чтобы тебе не почуялось, держи это при себе. Если еще раз сболтнешь лишнего, отправишься исследовать космос без скафандра. С вами Донни Вермиллион на канале UNN. В сегодняшнем выпуске: вторжение зергов, развитие событий. В условиях растущей угрозы Доминион твердо удерживает свои позиции. Производство военной техники на всех направлениях значительно возросло. Армия активно пополняется за счет системы исправительных учреждений. Отряды морской пехоты готовы вступить в бой. Зерги и не подозревают, какой сокрушительный удар их ждет. Донни, у нас есть сведения о том, когда война перейдет из оборонительной фазы в наступательную? Кейт, если я об этом скажу, я выдам секретную государственную информацию. Вы считаете, что зерги смотрят нашу передачу? Я не считаю, Кейт. Я знаю. Таковы новости к этому часу. С вами Кейт Локвелл на канале UNN. Вижу, у нас новая находка. Это протосское устройство? Именно. На вашем месте я бы не стал в нем копаться. Это кайдаринский кристалл Ихан, своего рода запоминающее устройство. Он позволяет испытать то же, что испытывал тот, чья память записана в кристалле. Подобный опыт может оказаться очень опасным. При этом у вас нет и тени страха. Вы удивительный человек, Джим Рейнер. Вы знаете о протосах и зергах больше, чем эксперты, пишущие статьи для журналов. Рейнер. Гончие пустоты все ближе. Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. Зератул. Во что же ты ввязался? Друг мой Рейнер, много воды утекло с тех пор, как мы вместе сражались против Роя. Все эти годы я странствовал в пустоте, в поисках древнего пророчества. По слухам, в нем было предсказано возвращение Зелнага. Поиски привели меня на далекую планету под названием Улаан. Там я нашел фрагменты пророчества. Однако я был не первым. Теперь тебе, друг мой, предстоит увидеть то же, что увидел я, и поверить.
Сергов явился, как и было предсказано. И протосы, первенцы богов, встали у него на пути. Теперь Зелнага, создавший всех нас, возвращается. Но что несут они? Спасение или гибель? Оскверняет это место, Керриган. Ты слышишь, Зератул? Их шепот далеких звезд. Галактика сгинет в огне. Возможно. Но ты этого не увидишь. Наши мелкие ссоры уже ничего не значат. Придет буря, которую не остановить. Забавно, что нас обоих ждет забвение. Нет! И когда пробьет час, я приму свою судьбу. Пророчество неоднозначно. Надежда есть всегда.